Всем привет! С вами рубрика «Утро в форме» и я ее ведущая Екатерина Замалдинова. Сегодня мы находимся в фитнес-клубе «Line», где я являюсь инструктором групповых современных направлений. Наша сегодняшняя зарядка, как всегда, будет интервальной. 20 секунд работы, 10 секунд отдыха и проходить по системе Табата. Напоминаю, Табата – интервальная тренировка, целью которой является 20-секундный подход и 10-секундный отдых. 8 повторов на 4-6, 8 упражнений. А нашу сегодняшнюю зарядку мы начнем с разминки. Становимся ноги на ширине плеч, живот втянули, спиночка ровная. Сделаем глубокий вдох и выдох. Вдох и выдох. Обязательно нужно настроиться на тренировку. Потянем себя за голову, поддержим. 4, 3, 2, 1, вперед. 4, 3, 2, 1, лево. 4, 3, 2, 1, назад, руки от себя. 4, 3, 2, 1, встали ровненько, круговые движения вправо, 2 страха. И влево 2 раза. Встали ровненько, плечи назад, полный круг. 4, 3, 2, 1, вперед. 4, 3, 2, 1. В правый бок. Вперед, в левый, назад. В правый бок. Вперед, влево, назад. Еще 2. В правый, вперед, в левый, назад. Последний, в правый. Вперед, левый, назад. Опустим корпус, сделаем солнышко. Максимальный круг, вытягиваем себя. Еще 2, 3. И последний. 4. Остались внизу. Скрутили правая сторона и левая. Попружинили вперед. 4, 3, 2. 1 к правой, 4, 3, 2, 1 к левой, 4, 3, 2, 1, поднимем корпус по точкам вперед и наверх. Замок одна сторона и другая. Сам берем лопатки назад, замочек, одна ножка и другая. Я надеюсь, вы все разогрелись, размялись. И теперь мы можем приступить к основной тренировке. Мы заводим руки за голову, как вам удобно, хотите так, хотите просто локотки. И прыгаем джампинг накрест. Приготовились, 20 секунд. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дышим, 10 секунд. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Один, повторим, и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дышим. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Не забудьте повторить это упражнение еще 6 раз. А мы переходим к следующему упражнению. Становимся ножки вместе. Животик втянули, спиночка идеально ровная, проверили, чтобы лопатки были собраны. Ручки перед собой держат баланс. Стопу мы натягиваем на себя, у нас выход. Нога перед собой, нога в сторону, точку вернулись и нога назад. Всегда стопа пальцами ног натянута на себя. Приготовились, поехали. И раз, два, точку соблюдаем, три, раз, два, три. Раз, два, три, последний. Раз, два, три. Дышим. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Меняем сторону, баланс, все втянули, поехали. И раз, стопа на себя, 2, назад, 3. Обязательно все делаем через точку, раз. 2, 3. Раз, 2, 3. Последний раз. Раз, 2, 3. Дышим. 10 секунд. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2. 1. Не забывайте повторить это упражнение 3 раза направо и 3 раза налево. А мы переходим к следующему, третьему упражнению. Это упражнение называется «Столик». Мы пытаемся имитировать стол. Собираем ножки вместе, сели, лопатки соединили, подняли вот так вот, будет наш выглядеть стол. Но мы будем поднимать вместе с коленом. Приготовились, 20 секунд работы. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дышим 10 секунд. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поменяем ножку. Приготовились 20 секунд. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Подышали. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Не забывайте повторить это упражнение еще 3 раза на одну и 3 раза на другую ногу. А мы переходим к следующему, четвертому упражнению. Садимся свободно, ножки собираем в бабочку, такую имитированную. Опускаем себя на пресс и поднимаем наверх на выдохе. Приготовились, 20 секунд. И опустить, выдох. Опустить. 2. Смотрите, обратите внимание, руками мы помогаем, делая замах. И последний. Отдыхаем. 10 секунд. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Повторим снова. И лечь. Подняться, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Последний. Дышим. 10 секунд. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Не забывайте повторить это упражнение еще 6 раз. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем доброго утра и хорошего позитивного дня. Всем до новых встреч